Всем привет на канале Олег Нестеров. Брест! Сегодня немножко у нас ветерок поднялся. Я даже пораньше встал, еще весь растрепанный. Как бы особой темы сегодня нету у нас. Дядя Олежа готовится к переезду, но, может быть, о чем-нибудь мы просто поговорим. И, то есть, будет темка, то есть, я ее уже отснял, но сейчас ставлю после вступления. Немножко поговорим о скотч-брайте, как бы много вопросов задают по скотч-брайту, что это такое, да как. То есть, немножко постараюсь объяснить, насколько я это знаю. Ну, а вы уже в комментариях можете дополнить меня, что-то исправить. Потому что, ну, я как-то мало им пользуюсь. Там в 2-3 случаях я им пользуюсь, скотч-брайтом. Ну, то есть основное я по нему сказал, что я знаю. Остальное можете меня как бы дополнить. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, чтобы приподнять свой рабочий дух, да и просто настроение на весь день. Анекдот. Ну, на улице ветерок поднялся, расскажу здесь анекдот. Короче, мужик едет, останавливает его ГАИ за превышение скорости. Ну, он вылетает сразу, сообразил, говорит: блин, мужики, простите, извините, спешу, сосед позвонил, что моя любовника домой привела, блин. Ну, гаишники сразу не проверяют документы, ну, СИСУ, соврал, блин. Документы не проверяют, на, мужик, езжай, короче, наваляй ему по полной программе, блин. Ну, и проходит какое-то время, жена этого Васи Пупкина едет, тоже гаишники останавливают. Но она вспоминает эту историю, да? И говорит: блин, мужики, простите, короче, соседка позвонила, что муж домой любовницу привел. Ну, что бы вы думали, началось. Покажите страховку, покажите техпаспорт, покажите огнетушитель, аптечку, полный досмотр автомобиля. 3 часа составляли протокол, искали час понятых. Короче, на 3 часа задержали. Вот такая вот мужская солидарность. Еще раз привет. Сегодня я решил снять по скотч-брайтам темку, потому что очень много вопросов по скотч-брайтам. Многие даже не знают, что такое скотч-брайт. Скотч-брайт вообще изначально, да, это английская фирма. То есть это не название самого материала. Это английская фирма, которая и начала производить эту, и как бы уже стала нарицательным именем. То есть вот так же, как и болгарка, да, нарицаюсь. Это, болгарка — это угловая шлифовальная машинка. Но болгарку ее назвали, потому что первые угловые шлифмашинки у нас шли из Болгарии. Потом уже из других стран. То есть Bosch называем также болгаркой, да, хотя она к Болгарии никакой не относится, никаким боком. Также и скотч-брайт. Ну, вообще, я слышал, его называют абразивный войлок. Ну, на войлок она не похожа, хотя она тоже вроде как сваливается, может быть, поэтому тоже войлок абразивный. То есть это вот такой вот материал. На ощупь, да, он похож на мягкий войлок, и внутри его вживлена, так скажем, абразивный материал. Еще такую штуку вы могли видеть у себя на кухне, если у вас у жены есть вот эти вот губки для сковородок, да, на обратной стороне там тоже скотч-брайтик для того, чтобы оттирать сковородки, но там гораздо больший абразив, то есть на машину не пойдет, ну и не такой он удобный, конечно. Скотч-брайт бывает разных размеров, то есть и в разных упаковках он бывает. В данном случае у нас вот такие вот упаковочки. Есть он в рулонах, то есть и по размерам он тоже как бы разный. Вот, допустим, взять вот этот вот красный, да, красного цвета, то есть смотрим. Ну, допустим, взять серый, да, он вроде бы серый одинаковый, но вот этот вот немножко потемнее. Вот здесь написан номер 7058, это само изделие, и 0600 это, то есть он примерно такой же, как 600-ую шкурочку бы, если вы взяли.
Ну, вот этот вот серый, он идет как V800, допустим, да? Вот этот вот красный идет B320 шкурочка, тоже он более крупный. То есть им как можно грунт тереть, так и... Вот здесь вот я что-то не вижу именно на желтеньком. То есть размеры бывают разные, используется он много где. То есть можно им замотовать в труднодоступных местах, это вот как под ручками. Иногда дядя Олежа ручки не снимает, да? Что-то дядя Олежа лицо припухло. Ну, только проснулся, вот забежал до кены. Так, P800. И то есть замотовываем поверхность. Ну, я обычно вот серым перед покраской мотую. Ну и можно на сухую, можно на мокрую затирать. Дядя Олежа вот тоже заметил, что все-таки скотч-брайтиком, да, он как бы бережно относится к машине. Если вы хотите шагреньку сохранить, да, замотовав там и перелачить, то есть он не снимает шагреньку, он ее облизывает, но замотовывает поверхность. Значит, чтобы это было более надежнее, еще пользуется замотовочной пастой. Но замотовочной пасты на данный момент нету, заказали, но нету. Тоже вам как-нибудь ее покажу. Она бывает в разных упаковках. То есть и с применением, то есть наносим как полирольку тоже, да, небольшими такими дозами. И растираем также скотч-брайтиком. То есть скотч-брайт очень много используют в аэрографии. Потому что рисуночки там рисуются долго, наносятся долго, да? С автомобильными красками там рисуют. И, то есть, рисуночек проходят так вот скотч-брайтиком, он не сдирает рисунок, чуть-чуть его замотовывает, тем самым позволяет, то есть, появляется адгезия хорошего материала, чтобы краска потом не слетала. Да много где используется. Я вот тоже использую часто, ну это первое, это в труднодоступных местах, второе, это новый бампер, допустим, я беру, что я буду его шкуркой шуркать. 800-кой, ну, серым скотч-брайтом прошелся, обезжиривателем, праймером закидал все, и как бы нормально. Двойные покраски, вот где-то полосы делают, да, чтобы не было этих бортиков, вот бортик удобнее будет скотч-брайтом убрать, чем шкурочкой, шкурочкой можно ободрать. Много где используется, то есть под видео вы можете написать, где вы используете скотч-брайт. То есть, ну и, конечно, выбирать размер надо. Размеры все есть на них, написаны. То есть, чтобы... То есть, не замотовывали вы, допустим, под лак 320-й, да? То есть, ну, 800-очки вот серенького достаточно. Ну, как-то так вот. Просто просили по... скотч-брайтиком рассказать. Думаю, немножко внес ясность. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, тема вам немножко пригодится. Как бы особо ничего тут не снимали, да? К переезду все-таки дядя Олежа готовится. Ну и на посошок, как всегда. Анекдот! Ну, все знают, дядя Олежа непристойных анекдотов не рассказывает в эфире, да? Старается поменять все это как бы слова, но анекдот получается не очень смешным. Но хотя у кого фантазия развита, да, и кто может представить, то тот посмеется и вставит сам те слова, которые нужны. Ну, а анекдот я хотел рассказать как раз на эту тему. Две подруги встречаются. Одна говорит: представляешь, вчера к нам пришли гости, все собрались, и мой муж начал рассказывать непристойный анекдот. Ничего. Чё? Я его за дверь выгнала! Ну и правильно. Да ёлки, все гости за ним пошли! Анекдот дослушать! Такой анекдот. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вы не зря потратили время, провели его со мной. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал. Там тоже будет все не вошедшее. Скоро начнется стройка. У меня, да, камеры скоро... будут там работать, тоже много будет интересного, откроем новые темы, перекрас Матиза, морозный рисунок, да много-много будет тем, то есть будем расширять канал, и второй канал буду расширять, встречи с интересными людьми, разные обзоры интересные тоже,
подписывайтесь на каналы, будьте в гуще событий. Спасибо всем огромное за участие. Ну и, конечно, всем здоровья крепкого, сибирского настроения, как у дяди Олежи, чтобы оно никогда не падало. Даже если у вас какие-то неурядицы есть, знаете, это все пройдет и будет снова солнышко, будет здорово все. Ну а на сегодня все. Всем добра и бабла. Правильно.